продолжаем вечер профессионального бокса от Шама Боксинг Промоушенс. Следующий поединок. 6 раундов, полусредний вес. Рефери в ринге Виталий Горчаков. Боковые судьи Дмитрий Антонов, Михаил Куликов, Андрей Курнявка. Встречаем участников. В синий угол ринга из Верхней Пыжмы Евгений Тершуков. Красный угол ринга. Боксер из Владикавказа. Алан Хугаев. Представляем участников шестираундового боя в полусреднем весе. Синий угол ринга. Боксеру 24 года, рост 182 сантиметра, вес 69 килограммов 900 граммов. Проводит четвертый профессиональный поединок из Верхней Пышмы Евгений Тершуков. Красный угол ринга. Боксеру 20 лет, рост 170 сантиметров, вес 67 килограммов 850 граммов. Провел на профессиональном ринге 8 боев, одержал 8 побед, 4 нокаутом, ни одного поражения. Из Владикавказа Алан Хугаев. Рефери в ринге Виталий Горчаков. Парни, слушаем команды. По затылку, по спине, ниже пояс не бьем. Команда брейк, шаг назад, команда стоп, прикортируем. Удачи. Первый раунд. Корпус,
Секунданты. Второй раунд. Секунданты. Третий раунд. Thank you.
секунданты. Четвертый раунд. Секунданты. Пятый раунд. Работает, работает.
шестой раунд. Да, просто уровень. Артур, Верхняя Пышма, привет всем, спасибо. Thank you.
Дамы и господа, в этом бою победу единогласным решением судей одержал и остался непобежденным Алан Хугаев!